Пандемия нанесла серьезный удар по российской экономике. Предприятия приостанавливают производство. Наблюдается падение ВВП. Как следствие, падают доходы населения. Компания «Промагр» продолжает свою работу в эти непростые времена и приглашает стать частью дружного коллектива. Предприятия компании «Промагр» входят в перечень системообразующих и работают без остановки производства. Стратегическая задача «Пищепрома» заключается в обеспечении продовольственной безопасности страны. Подключиться к решению этого важнейшего, особенно в сегодняшних условиях вопроса, предлагает компания «Промагра». Специалистов ждет трудоустройство на постоянной основе, особенно востребованы сейчас рабочие специальности. На мясокомбинат нам требуется медицинская сестра, на свинокомплексы в село Хорошилово и село Роговатое – слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования, электромонтер, слесарь КПИА, слесарь по ремонту и обслуживанию системы навозоудаления. На центральный склад нам нужен грузчик, на завод по производству комбикормов в селе Роговатое – слесарь-ремонтник с удостоверением электрогазосварщика и электромонтер. Также мы ищем специалиста по охране труда. По вопросам заработной платы, графика работы и условий труда вы всегда можете обратиться в службу управления персоналом. Несмотря на сложные времена, «Промагра», сохраняя статус социально ответственного производства, предлагает работу на самых выгодных условиях. Доставка на работу служебным транспортом, спецодежда за счет компании, обучение на рабочем месте. С подробным списком вакансий можно ознакомиться на сайте promagra.ru или по телефонам службы управления персонала 450447 8-958-566-78-02. Ольга Шалыгина, Алексей Грачев, Ирина Чуликова, 9 канал.